Здравствуйте. Андрей Звягин, Москва. Называется стихотворение «Температура 41,2». Сейчас поймете. Мечется загнанный солнечный зайчик, в бреду шестилетний малыш, мальчик с пальчик, и кровь закипает, и сон летаргия, горбатой старухой придет пневмония, не двинуться с места, воронами хрипы, лохматое солнце к подушке прилипло, в густой тишине пульсом бьется молчание, а я то и дело теряю сознание. Рядом на стуле два новых подарка, солдатиков строй и машина пожарка, но силы исчерпаны. Высох колодец, я раненый в жарком бою полководец, и где-то мигая охрипнут сирены, и плавятся рядом домашние стены, и голос врача под чертой подытожит еще виноград. Пациенту поможет простой виноград для эпохи застоя. Вы знаете, дело совсем непростое. Зимой виноград, нет решения задачи, а надо найти. И никак не иначе. И добрый волшебник, забыв о работе, пришлет виноград на ковре самолете, руно золотое, две спелые кисти, живая вода на основе ветвистой. И градусник вскоре отменит тревогу, янтарные капли, конечно, помогут. И новым рассветом разбужено утро, и папа на кухне курил почему-то. Блаженным рассветом раскрашено утро. Играет кристаллами снежная пудра, вздыхает река, стонет под ледоколом, в снегах берега дым гуляет над долом. Огромные валенки утренним хрустом в калитку застывшую эхом вернутся, на ведрах поют заржавевшие дужки, сугробы пылят над тропой завитушки. Мы с дедом к колодцу натопчем тропинку, смахнем коромыслом забытую льдинку. Скрипит вороток под натруженной цепью из недров планеты, из самого центра, а в доме из печки дымякишем хлебным, пшеничную сдобы и светлым молебном в муки и дрожжах вязнут бабушки руки, а рядом по лавкам вихрастые внуки. Идет Рождество по натопленным избам, в пурге и метелях дорогою мглистой, и вшир распирает дубовые квашни, а где-то под снегом озимые пашни, а здесь, возле бабушки, вольно и сыто. И детство далекое мной не забыто, изба деревенская, звезды и тихо, и в синих снегах засыпает барвиха. На заброшенные ветки железных путей, где ходила когда-то кукушка, убегая от взглядов своих матерей, с пацанами играли в войнушку. Криозотные крепости сваленных шпал принимала в дегтярное чрево, и чумазый отряд оборону держал, обнимая пахучее древо. Хлестким звуком гремел деревянный наган, в этом запахе химии дикой мы кровавые капли полученных ран рисовали тогда земляникой. А потом, возвратившись живыми домой, в черной саже и пятнах соляры, оставляя фенола следы за собой, получали отцовские кары. И пускай на военную стать молодца папой крепко наложено вето, красной нитью завяжет на память сердца шпальным запахом тощее лето. Спасибо.